you stay, at least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Я много езжу на разных турэндуро, и это мой обзор Ducati Multistrada 950S. Нет, вы не ослышались. Действительно, я много слушал «Одинокого волка», прежде чем выбрать для себя этот мотоцикл. Но если вы действительно подумали, что это будет какой-то обзор данного агрегата с рассмотрением его технических характеристик, то вы ошибаетесь. На самом деле, видео, как жанр, получается у меня очень плохо. Если вы посмотрите большую часть роликов на моем канале, вы в этом, в принципе, убедитесь. Поэтому я давно уже ничего не снимаю. Однако друзья попросили записать этот ролик и сказали, что для них он будет очень полезным. Поэтому я решил рассказывать не об этом мотоцикле вообще, не о его каких-то характеристиках, особенностях, хотя про это я тоже поговорю. Я решил рассказать в целом о своей истории приобретения, через какие, скажем так, шишки я прошел, и решил поделиться именно опытом такого начинающего неофита первосезонника, то есть поговорить больше об этом. Поэтому, если вы действительно ждете профессиональный обзор мотоцикла, коих, кстати, в интернете на самом деле очень мало, как и владельцев данного агрегата, то вы здесь его не найдете, поэтому смело закрывайте это видео и переходите к другому. Например, еще раз посмотрите видео «Одинокого волка» про данный мотоцикл. Ну, а мы, собственно, поехали. Я для себя записал на этот раз сценарий, потому что я нереально водянистый чувак, который любит рассказывать и делать ролики в стиле, когда на Земле появились динозавры, перебрасываясь с одной темы на другую и вообще уходя от сути и наливая такое количество воды, что это смотреть невозможно. Поэтому я постараюсь следовать этому плану и себя регламентировать по времени, по каждой теме, по которой я говорю. Собственно, это был первый пункт, который у меня назывался коротко об изначальном посыле. Да, здесь также стоит сказать, что зачем я хотел купить мотоцикл, для чего и почему. У меня есть целых два большущих ролика на канале, вы их очень быстро найдете, там про это подробно рассказано. Там, собственно, спойлер. Я рассказывал о том, что меня задолбало, так как вообще основная такая главный инфраструктурный проект, которому посвящаю свою жизнь, и их вообще два, это путешествие и это строительство дома. Так вот, в какой-то момент меня очень сильно задолбало ездить на стройку дома, в пятницу вечером по 6-7 часов, а то иногда и по 9. Я решил купить мотоцикл. Спойлер, еще один. Действительно, мотоцикл эту проблему решил, даже несмотря на те огромные проблемы, которые несет первое, первосезонность. Второе, вот такой огромный тяжеленный мотоцикл для дрища такого, как я, с огромным метровым рулем. Но об этом мы поговорим попозже. Следующий, второй пункт у меня значится как о переходе от скрэмблеров к турэндуро. Собственно, изначально я хотел именно маленький мотоцикл, и конкретно в мотоциклетной теме мне очень нравились нейкеды и скрэмблеры. Причем скрэмблеры мне даже нравились больше, чем нейкеды. Просто нагуглите вот у этой же марки, есть Ducati Scrambler, причем у них есть моделька Ducati Scrambler Desert Sled, которая выглядит прям мега прикольно. И, кстати, изначально я его и хотел, и смотрел про него очень много роликов. Но, опять же, спойлер, спустя год после увлечения темой мне продолжают нравиться скрэмблеры. И если бы, скажем так, у меня было бы овер до хрена денег, я бы купил бы себе еще один скрэмблер, поставил бы в гараж и катал бы на нем по городу. И даже, возможно, по бездорожью, вот так, на таком как раз как Desert Sled. Но вот по бездорожью, то, что вот мы сейчас где находимся, это я тоже называю бездорожье, потому что на моте, на самом деле, для такого вот чувака, как я, да, для дрища, даже вот по таким местам, то есть это не джип, который твердо стоит четырьмя колесами на грунте, даже вот по такой вот, казалось бы, сухой почве ездить очень тяжело. Так вот, но общаясь с разными друзьями, своими коллегами, я очень быстро понял, что наиболее все-таки универсальный мотоцикл это турэндуро. Почему? А давайте загибать пальцы. Первое, потому что все-таки на скрэмблерах, чтобы ездить прям далеко, а я понял в какой-то момент, что скорее всего, ну, во-первых, даже до дачи далеко, то есть 80 километров там проехать по трассе, ну, такое себе, да? Во-вторых, я понял, что даже вот эти 80 километров проехать на скрэмблере, это будет тяжело. А чтобы на нем ехать как бы из коробки, туда надо что-то вкладывать. То есть ставить ему какую-то лобовуху, мудрить, колхозить, еще что-то. Понятно, что куда-то ехать совсем далеко на таком моте, это будет совсем изуверство. У него никакая ветрозащита, он вообще не предназначен для таких вот дальников. Следующая причина, по которой этот мотоцикл не очень подходит для таких
все-таки поездок. Во-первых, он все-таки низкий, и я тогда еще это не понимал, но на самом деле, на что влияет высота мотоцикла? Она влияет на угол, я не знаю, там видно на видео, не видно, на угол твоего колена. И если изначально любому новичку, неофиту и мне тоже, хотелось максимально низенький и маленький мотоцикл, то очень быстро ты понимаешь, что на таком мотоцикле ездить даже просто вот по площадке в районе неудобно, потому что, ну, банально, если ты ростом там 170, у тебя нога находится под таким углом, что, чтобы нажимать на тормоз, тебе приходится стопу, то есть, ну, условно говоря, вот у тебя положение колена, да, и стопа тебе вообще вот так висит, то есть тебе постоянно приходится стопу держать в таком положении, это крайне неудобно, ну, когда, например, ты едешь на малых скоростях, а тебе приходится задним тормозом его там как-то балансировать, поэтому высота мотоцикла, она должна быть оптимальная под твой рост, а не из принципа самая маленькая. Это второе, то есть, как правило, все-таки большая часть вот этих скрэмблеров, они невысокие, и на дальняк ты будешь ездить не в очень удобной позе. Следующий косяк связан с тем, что все-таки это штуки не совсем для бездорожья. И последний пункт связан с тем, что возить груз второй номер, да, то есть свою девушку, жену, на таких мотоциклах, ну, прям совсем, скажем так, хуже, чем на вот таких, например. Поэтому я очень быстро отказался от такой, скажем так, штуки. И начал смотреть турендуро. Естественно, первый турендуро, который я смотрел, был Гусь 310. Мне посоветовали брать что-то маленькое. И, собственно, поэтому я пошел в школу мотостати, потому что там была как раз Honda 400 NL Cafe и был Гусь 310. И я хотел все это попробовать. И именно из этих соображений я выбрал эту школу. Это не реклама, не пиар. Я учился еще и в нескольких других школах. И я бы, наверное, был бы рад, если бы меня школа забашляла за это, дала денег за то, что я про них говорю. Но, к сожалению, это не так. У меня вообще про мотостадии и обучение пункт 5. Давайте мы все-таки по порядку до него дойдем попозже. Самый интересный пункт 3. Про муки выбора. Какие были претенденты, с чем сравнивал, сравнение характеристик, почему выбрал именно мультик. Это самый интересный пункт из всех, поэтому расскажу сейчас про это. Смотрите, изначально я хотел 310-го гуся, я много ходил на нем, сидел его, щупал, и, в принципе, вариантов никаких не было. Я решил посмотреть другие марки и поехал в салон КТМ. Там как раз на тот период продавался 250-й Adventure. Причем я пришел, сел на Дюк, и мне продавец говорит, что не нужен тебе Дюк, ты замудохаешься с ним ездить. То есть по городу норм. Куда-то плюс-минус на дачу 60-70 километров, ты охренеешь, вот возьми Adventure. Я тогда на него сел, и мне он показался реально высоченным. Кстати, я, может быть, совру, но, по-моему, у адвенчуров, у них у всех плюс-минус одинаковая посадка по седлу, что у 890-го, что у, ну, вот у этой именно серии, там, до 1290-го, что у 890-го, что у 390-го, что у 250-го. И я тогда сел и охренел, типа, да вы что, сдурели, как я на этом вообще буду ездить? Но продавец меня, так как я был полным неофитом, убедил. Конечно же, там сыграло внешний вид, все-таки КТМ выглядит круто. И большой все-таки плюс сыграла цена, потому что стоил он там что-то 300 с чем-то, 360 тысяч, мне его отдавали вообще за 320, и за новый мотоцикл после покупки машины стоимостью 6 миллионов, для меня это было просто, господи, как за хлебом сходить. Вот, но постепенно, смотря видео, размышляя, как раз тогда на рынок выпустили 390-й Adventure. И я понял, что, конечно же, 390-й мне и на трассе даст больше, у нее и крейсер больше, а так это все то же самое. Я стал хотеть его. Но в какой-то момент у меня случился такой бзик, связанный с тем, что мне, с одной стороны, захотелось больше функционала, то есть я подумал, а вдруг я захочу куда-то в Питер поехать и так далее. А, например, у того же Adventure нету круиз-контроля. Тогда, на тот период, я там прозанимался буквально там 3 месяца в мотошколе, у меня еще не было правильного положения рук на ручках, я неправильно их держал, и у меня постоянно уставала рука газа. Надо сказать, что сейчас, когда я слишком напрягаюсь, даже сейчас такое бывает, перестаю расслабляться, я неправильно ставлю руки, они у меня устают. Это на самом деле вопрос просто правильной посадки и тренировок. Но тогда мне казалось, что это прям какая-то жесть, и мне обязательно нужен мотоцикл с круиз-контролем. И тогда я пошел смотреть какие-то альтернативы. Тогда, наверное, первый раз я поехал и посмотрел Триумф и Ducati Мультистрада. Триумф мне не понравился тогда, потому что, на самом деле, я тогда не понимал того, что это нормально, что я не могу оторвать этот мотоцикл в салоне от пола, от подножки. Не могу, почему? Ну, потому что он реально тяжелый, мне и сейчас приходится. Ну, я изобрел свой способ, как его отрывать. И потому что это турендуро, потому что у него завышенный, как правило, вес. Завышенный центр тяжести. И, разумеется, это тяжело. Это не какая-нибудь Honda NC750, у которой бак там внизу, и все это делается очень легко. Вот.
Короче, тогда этого не понимал, плюс в салоне ты всегда слышишь. Это всегда страшно, это всегда стрёмно, что как бы там скользкий пол, вдруг ты сейчас разъедешься, уронишь его, ну его нахер. И ты думаешь, нет, мотоцикл не для меня, я его поднимать, короче, не буду. Потом я пошел, посмотрел Дукати, и за счет того, что оно там более низкое сиденье, за счет того, что продавец оказался более такой лояльный, да, подошел, начал говорить, ну ты попробуй. Ну, не знаю, за счет вот кучи факторов сложилось, и я его поднял, посидел, и мне тогда показалось, что это пока самое удобное сиденье, из которого вообще не хочется вылезать в классе. Но меня тогда смущала цена в 1,5 миллиона, меня смущала Desmo Service, и меня смущало, что все-таки он большой. То есть все-таки было сыкотно брать такой мод. И в голове я еще держал, что может быть взять все-таки 890 КТМ. Я стабильно раз в неделю ездил в Major City и сидел там, щупал эти КТМы. То с одного спрыгивал на другой. Потом я поехал прям 30 декабря, я помню, в салон BMW. Я посмотрел 850-й гусь. На самом деле 850-й гусь еще выше. У него не самое низкое сиденье в классе. Самое низкое вот у него, у Ducati. Он еще выше. И он еще тяжелее. И мне, я мудохался, меня продавец пытался убедить, но вот ощущение, что вот это какой-то мой мотоцикл, у меня не осталось. Хотя, надо сказать, из вот этой троицы, КТМ, Ducati, Триумф и BMW, BMW стоил, был самый дешевый, несмотря на то, что вот в мире автомобилей BMW, наоборот, считается марка достаточно напонтованная и дорогая. То есть даже с полным фаршем BMW стоил дешевле всех вот этих товарищей. Так я незаметно пришел в мир и уже тяжелых турендур и как-то сам незаметно для себя стал смотреть, потому что мне захотелось больше функционала. Но в голове еще была какая-то мысль про то, что я не смогу, я не поеду, это тяжело, это неудобно. В какой-то момент я пришел, триумфы полностью пропали к декабрю месяцу, их в Москве перестало, то есть сказали, что завезут их только к лету. Кстати, интересно, с текущей ситуацией в стране завезли или нет. Я пошел, поехал в салон Ducati, еще раз посмотреть, мимо как-то проезжал, посмотреть Дукаса, сел, и там попался продавец Олег Абрамов. Привет тебе, если ты смотришь это видео, который продал. Я хочу сказать спасибо этому человеку. Он мне продал этот мод, и он уговорил меня. Значит, почему я взял его? Потому что он первая причина, потому что он безумно красивый. То есть это самый вообще красивый мод, на мой взгляд, из вообще всего того, что я видел. Цвет, надо сказать, кстати, в этой красоте играет ну, не последнюю роль. Я думаю, что здесь все просто является произведением искусства. Там. И даже вот эти поворотники, которые не обругал только ленивый, которые я, естественно, сломал. И зеркала, и все здесь является. Ну, конечно же, самое красивое это вот эта форма здесь с прогибом, глушак. Нос. Это первая причина. Вторая причина, потому что это Ducati. Ну, как бы для меня это было важно. Типа, у меня Ducati. Не хухры-мухры, да, как бы, а Ducati. И, наверное, последняя причина была в том, что он реально, он самый комфортный по седлу. Я, в принципе, у меня получалось его хоть как-то тискать. Я попробовал в салоне покатать туда-сюда. У него было самое комфортное сиденье. Я понимал, что я, наверное, далеко проеду с этого сиденья, не хочется слезать. Ну и, конечно, последнюю роль сыграл менеджер, скажем так. Ну, последнюю не в негативном смысле, а просто по списку, да. Ну и давайте сразу я проговорю про то, значит, брал я его за 1,5 миллиона. Брал, что мне понравилось, в отличие от автосалона, купить мотоцикл за наличку вообще не проблема. В салоне какой-нибудь Toyota Land Cruiser хер раз два ты так купишь за наличку. Тебе впарят кучу каких-нибудь страховок, кредит, еще чего-нибудь, доп. Оборудование. Здесь доп. Оборудование, да, я за него доплатил. Это ручки с подогревом, это кофр, это заниженное сиденье и это дуги. Поставили мне все это за бесплатно, вышло все это в районе 100 тысяч. Мне также подарили, я сейчас не буду показывать, ботинки Ducati. Ну как подарили, они стоили в районе 30-ки, мне их отдали за 5. Можно сказать, что подарили. Мне подарили 3 месяца бесплатного хранения, то есть он у меня до апреля стоял. Про покупку экипа. Тогда еще не произошло вот этого подорожания. То есть мод официально я забрал 23 февраля, вдумайтесь, 24 началась спецоперация. И как раз вот до спецоперации я успел тоже поехать, у меня оставались деньги, я поехал купил экип. А экип я хотел такой, как в роликах про Ducati, я хотел только Ducati, но 150 тысяч за куртку и штаны для меня тогда все-таки было дороговато. То есть я мог бы взять, но дороговато. И я взял куртку, которая в принципе
на большинстве пилотов в роликах Ducati. Короче, комплект — это комплект Dainese The Explorer. Наверное, я здесь выставлю фотки, можно будет посмотреть. Это куртка, это штаны. В целом, когда я это, значит, покупал, я исходил из чисто походных таких критериев, что чем хороша походная одежда? Она комфортна, ее можно носить в любое время года, в ней не жарко летом, не холодно зимой. Но я сейчас утрирую, конечно же, утрирую, но общий посыл он такой. И в какой-то момент, я сейчас тоже до него дойду, когда я купил эту экипировку, в какой-то момент, когда я начал катать в зале, и дело шло уже к маю, мне было жарко в зале катать в этой экипировке, потому что в зале там нет, не проветривается, там закрытое пространство, мне казалось, что мне понадобится летний комплект. Но вот уже лето на исходе, скоро август, я откатал в этом комплекте лето, и я понял, что мне не нужен летний комплект. Да, я его держу в своем виш-листе, я его, может быть, куплю. Ну, однозначно из летнего комплекта, что только нужно, это ботинки. Они жаркие. Короче, осенью в них нормально, весной нормально, летом жарко. То есть надо, я все время меняю носки, потому что ноги там просто сгорают. Вот единственное, что я бы купил из летнего экипа, перчатки. У меня перчатки Five. Они вообще осенние, короткие. А вот так вот они выглядят. Такие перчатки. Здесь есть защита косточек. Пальцы не сшиты, наплавки вот такие. Но они дешевые, я их взял, по-моему, 5000. С учетом того, что у меня в Мистер Мото еще была скидка за покупку всего остального добра. Шлем я купил тоже по скидке во Флипапе, мне его отдали за 30-ку. Вот такой шлем. Это я хотел изначально, я не хотел никаких там супер разукрашенных шлемов. Я хотел именно АГВ К5 в чисто черном цвете, потому что за другие цвета это будет сильно дороже. Я потом докупил дождевик MCP, он стоил в районе 10 000. Отличный дождевик. Он полностью снимает проблему вообще езды в дождь, но про дождь мы сейчас обмолвимся словами, или я отдельный ролик запишу. Из шмоток я купил две маски, по-моему, MCP. Не маски эти, подшлемника. И один подшлемник у меня из Мотостади. Никакого термобелья, какого-то охлаждающих жилеток. Я езжу вот в обычной футболке. И, конечно же, летом все-таки ездить в The Explorer по городу в штанах жарко. Вот единственное, что. Поэтому я купил вот эти джинсы. Не знаю, видно, не видно. Это гипер, как она, Hyperloop, Hyperlook, как-то так называется. Стоили они 14 000, а отличные джинсы. А у них, во-первых, защиты больше, чем у дорогущего Dainese в комплекте. За 14 000 Dainese стоил 36. Они удобные, они отлично сидят. Я прям очень доволен. Вот эти хайперлуповские джинсы. Следующие я куплю себе тоже хайперлуп, хотя сейчас они уже дороже. Про экип проговорил все. Про езду в дождь. Значит, так получилось, что я сдавал первый раз экзамены в дождь. Там был дождь и сильнейшая метель. Так вот, в мае. У нас бывает такое в Москве. Стеной просто снег шел, я экзамен сдавал. Не сдал. Но сейчас мы до этого дойдем. Причем дождевик, его еще плюс, его можно использовать, когда, например, у вас там, ну, у вас нет какой-то супер теплой одежды, но вам какая-то дополнительная нужна защита от продувания. То есть вот вы на куртку одеваете дождевик, и это прям, ну, это прям очень круто. Но этого в дождь, как оказалось, недостаточно, потому что вы проезжаете лужу, либо машина проезжает, попадает колесо в лужу, на вас брызгает, и ботинки промокнут через какое-то время. Поэтому для езды в дождь, вот прям для идеальной езды в дождь, нужно бахилы на ноги и промокают перчатки. А и вот эти кожаные перчатки, их минус, они потом очень долго сохнут и очень неприятно. Ну или мне кажется, что они долго сохнут. То, что вчера я попал под сильнейший ливень, в принципе, они уже сухие. Наверное, это недолго по меркам кожаных перчаток. А есть такие перчатки от дождя, я не знаю, я их ни разу, я их видел только на картинке. По-моему, это просто перчатки, которые одеваются поверх таких. В общем, вот такие я себе тоже куплю. На дождь в каком-нибудь октябре еще must-have иметь теплые стельки. Это прям must-have. Был определенный стрём, связанный с тем, то есть людей пугают, что вот страшно ездить в дождь. Новичков часто пугают, сразу вперед забегают. Да, разумеется, максимальный attention в дождь надо включать. То есть не надо херачить больше там, я не знаю, я стараюсь вообще больше 40-50 в дождь не ездить. Не надо играть в шашечки в дождь, конечно. Но вот эти стрёмы, которые пугают, что в дождь там страшно запрыгивать на буртики, вот эти спиленные рельсы, по разметке ездить. Нормально ездить. Если у вас нормальная резина новая плюс-минус, если у вас тем более есть трекшн контрол ABS, ничего с вами не будет. Можно, я и 60, и 60 можно по прямой ездить, и 80. И в целом я не могу сказать, что это как-то там некомфортно или еще что-то. Нормально. Подогрев ручек очень много чего решает. Но, разумеется, что не надо делать? Не надо заезжать на разметку, какую-нибудь сплошную тем более,
широкие полосы, останавливаться, а потом с нее давить газ на полный и ехать. Либо медленно ехать, а потом давить газ. А если еще и при этом рулем крутить, ну понятно, конечно, вам будет кобздец. Если вы едете аккуратно, старайтесь на разметке не останавливаться, чтобы с нее не газовать. Вообще старайтесь ее избегать, ездите просто по прямой, никаких проблем стартануть лужи. Если вы нормально стартуете без пробуксовок, поворачивать там где-то, прыгать на буртики. Опять же, если вы не так прыгаете вот так вот под острым углом, а старайтесь все-таки сделать вот так, да, то есть под максимально прямым заехать. Даже 45 градусов уже достаточно. И никаких проблем здесь с этим на самом деле. Про мотостадии и обучение. На самом деле про это по-хорошему надо записывать большой ролик. Я сейчас пытаюсь в какой-то там часовой ролик впихнуть невпихуемое. Но скажу конкретно про мотостадии. Нормальная школа, если не заниматься по принципу, вот я взял там курс, отходил там эти там сколько там 18 занятий и забил болт. Или там я взял курс, отходил, потом взял контраварийный. Вот такой подход, конечно же, приведет вас к фейлу. Безусловно. Я занимался с сентября по май, даже по июнь, во-первых. Во-вторых, я считал, я откатал к маю порядка 80 часов. Я брал каждую неделю, ну, сначала брал по два занятия по часу, по два занятия по два часа, потом одно занятие по два часа, потом понял, что в неделю одного занятия по часу достаточно, чтобы поддерживать скилл. Мало того, я ходил в другую школу, что тоже, с одной стороны, полезно, с другой стороны, вам надо быть готовым к тому, что вы придете к другому тренеру, и он начнет вас учить вообще по-другому. Он начнет вас говорить: а, мотостадия, это говно. Типа, там учат одних уродов. Вот, на, я тебе покажу. Потом он тебе что-то показывает. Ты приходишь там в мотостадию, условно говоря. И тебе там тренера говорят: чувак, ты где, в эндуро-школу, что ли, стал ходить? Тебя кто вот это показал так ездить? Вот эти все разговоры про то, что там молодые пацаны, вот я езжу по 20 лет, а они просто отрабатывают свое время на площадке. Конечно, безусловно, пацаны там, вот они тебе показали, и они ходят там в телефоне. И так периодически глазом посматривают. Да, конечно, да, такое есть. Но я ходил, могу посоветовать, вот школа мото... Короче, наберите Андрей, по-моему, Архипов, что ли, его зовут, Сид, он же, у него школа в ТЦ «Мозаика» на Дубровке. Школа индивидуального преподавания. Ну, то есть, суть в чем, ты приходишь, и чувак за тобой, там, старые убогие какие-то Хонды, и чувак за тобой просто вот ходит, каждый миллиметр смотрит. Это для тех, у кого прям вот вообще не идет, для женщин. Прошу простить, вот я сейчас не хочу обидеть женщин. Есть женщины, которые сдавали раньше меня, ездят лучше меня, и до которых мне на самом деле пахать и пахать. Но вот почему-то у многих девочек не получается. Им надо, чтобы вот им прям постоянно ходили, разжевывали. Вот Андрей для них. Я у него занимался, я занимался в мотостадии, брал еще у разных инструкторов. Нормально. То есть это нормально заниматься у разных людей. Просто нужно уметь фильтровать и там, и там. Короче, вывод. Мотостадия может научить сдавать площадку. Но научить ездить, особенно если у вас нет автомобильного опыта, она вас не научит. По бездорожью ездить на больших мотоциклах она вас не научит. Поэтому если вы купите себе такой же дюк и будете ездить в деревне там у себя или там в городке за хлебом, да, мотостадия вам поможет. Если вы хотите путешествовать, а ездить по бездорожью, то этой школы и все и курсы, которые у них есть, всякие контраварийные и так далее, это все херня. Сейчас, сразу забегая вперед, но про это я могу сказать, нужно делать отдельный каст. Я хожу к Борису Скачкову, школа называется, по-моему, мотопрактик. Я перепробовал уже много тренеров, и это единственный человек, который дал мне первый ключик к тому, чтобы я поверил в этот мотоцикл и поверил в себя, что я могу ездить, вот это, я еще раз говорю, для 90% людей, вот где я сейчас нахожусь, это не бездорожье. Для меня это лютое бездорожье на этом мотоцикле. И я боялся на него съезжать. И это первый человек, который мне показал и снял этот страх. И я, конечно, буду у него заниматься. Про сдачу, следующий пункт. Что хочу сказать. Первое, что нужно, чтобы сдать, заниматься. Я с сентября пидорил, каждый день отвечал минимум 6 билетов по ПДД. И раз в неделю занимался.
У меня, как и у всех, естественно, не получалась восьмерка. Очень долго. Все остальное у меня получалось. Давайте сразу перейдем к сдаче. ПДД я сдал легко. То есть, если заниматься и учить, прям реально, то легко. Имейте в виду, что те, кто учит по каким-то старым программам или в программы не углубляется, имейте в виду, что там есть такая штука, что если вы не сдали, не ответили один билет, вам добавляется еще, по-моему, 5 билетов. То есть, вот имейте в виду, что вам по факту, если вы не сдали 2 билета, вам нужно будет доздавать 10 билетов. То есть, итого 30. Следующий момент – это сдача. Значит, если первое, что нужно сдать, это готовиться. Второе, что нужно сдать – понять, что основная причина, почему вы можете не сдать – это нервы. Я первый раз не сдал из-за нервов. Рассказываю. Я уже сказал, что когда я сдавал, был ливень, был снегопад. Чем конкретно плох мотостадий? И что вам надо попробовать, помимо мотостадий, помимо вот этого Андрея, про которого я сказал? Обязательно найдите тренера и покатайтесь на улице. У меня не было опыта катания на улице, и я вообще не понимал, как мотоцикл едет не в закрытом помещении, как он едет в дождь. И именно вот эти пункты стали блокерами, которые просто заблочили мне все руки, и я не смог проехать. Поэтому это первый ключ. Обязательно покатайтесь на улице. Второй ключ. Никогда не ходите сдавать последним. То есть обязательно сдавать в первых рядах. Потому что как последним, особенно когда вы ходите и смотрите за каждым, вообще не надо смотреть, кто там как сдает. То есть сели, пришли и отвернулись в телефоне с книжкой. Не надо смотреть. Значит, мне один чувак посоветовал съесть кучу бананов. Типа у них большое количество магния. И они успокаивают. Ну, я считаю, что сдал я не по этой причине, но тоже такой пример вам, совет подскажу, может, кому-то поможет. Возьмите горсть, как это, ветку бананов с собой, жрите их. По крайней мере, будете сыты. Следующий момент, вот по которому я не сдал, сказал, был дождь и был снегопад. Поэтому рекомендую найти тренера и покататься в дождь, потому что многие не понимают, как вообще мотоцикл едет в дождь, и для многих это страшно. Нормально он едет в дождь, и скоростное маневрирование нормально проходится в дождь, никаких проблем. Ну и последнее, такой совет, если вот вообще с восьмеркой не идет, вот прям вот вообще, не получается и все. Ну понятно, что да, я думаю, вы понимаете, что когда вы пришли сдавать, нужно заранее взять мод, сесть и найти, где у него зона сцепления, попробовать серое, да, попробовать потрогаться на нем, это понятно. Вот не получается восьмерка, что делать? Я вот рекомендую, на самом деле, если вот, ну прям вообще вы ходите в площадке, сдаете, там нет, газ. Реально максимальный газ, то есть большая часть того, что я смотрел, людей, которые не проходили восьмерку, врезались там куда-то или заезжали, у них терялась управляемость мотоцикла, потому что не было момента на колесе. Поэтому даже если он вас орет там под 6000 оборотов, там, я понимаю, я сейчас еще раз говорю, это неправильно, так не надо учиться ездить. Это вообще просто антипаттерн. Но если сдать не получается никак, и вы там, грубо говоря, обязуетесь, что вы потом научитесь ездить, то вот, вот такой способ. Но, когда я первый раз не сдал, жена мне сказала отличную фразу, что если мотоцикл это средство повышенного риска, на дороге, где постоянный стресс. Если тебя, если ты не смог побороть вот такой стресс, да, и сдать, то не нужны тебе пока права. Учись бороть стресс. И вот эта фраза, если вы не сдали, надеюсь, вам поможет. Про страховку. Значит, смотрите, страховку. Почему-то все заходят в мотопаблики и задают один и тот же вопрос. Как сделал страховку? Как сделал страховку? Рассказываю. Я сделал страховку за один день. Стоила она мне в районе 4000. Мне предлагали одновременно РЭСа. В РЭСа просто нужно идти в сами офисы. То есть понятно, что онлайн вам не помогут. Либо Тинькофф. В Тинькове какая штука? Вам сбрасывают сайт, который ни хера не работает. Что надо делать? Скриншотите ошибки. Я вообще сделал как? Я, короче, ну я же программист. Я посмотрел, что у меня не работает, не грузит фотки туда. Я по F12 запустил дебаггер, посмотрел запросы все, вытащил куки, ломанулся постманом, вытащил все ошибки, заскринил постман и прям, короче, в чатик скриншот ошибок, типа, вот у вас валят, короче, ошибки, вот дебаг. И они мне тут же, типа, вот почта, пишите туда на эту почту, вам сейчас все сделают. Я написал на почту, мне моментально ответили там через 15 минут, скиньте все фотки и параметры мотоцикла. Я скинул, через полчаса у меня была страховка уже в приложении. Номера. Про номера.
Номера я получал в местном ГАИ. Почему? Потому что у меня мод был просроченный. Значит, и чтобы до меня не докопались, типа, ну я же купил мод в феврале. Вот, чтобы до меня не докопались, типа, как ты так мод купил в феврале? Номера приехал получать в мае. Плати там, типа, штраф. Или вообще, как ты на нем ехал, ты не имел права ехать на просроченном моде без номеров. Я поэтому как бы пошел в ГАИ, так получилось, что в моем городе, где я живу, ГАИ прямо напротив парковки. То есть я, ну, из расчета, что я бы мог сказать, что а я его дотолкал. На самом деле, по факту, никто у меня ничего не спрашивал, никто у меня не смотрел, когда я его там покупал. Всем было похрен. Номера, я, по-моему, там снимал, дают маленькие сейчас. Я боялся, что докопаются к дугам, поэтому я нашел на сайте эту позицию, ее артикул, чтобы показать, что это серийное изделие, это Дукати, оно вставляется в позиции заводские Дукати. Но если бы у меня здесь было какое-то извращение там, наверное, бы докопались. Но так как это дуги вот такие вот, особо-то и не дуги, хотя надо сказать, что они помогли при падении, вот, до меня их никто не заметил, и сотрудников только интересовал ВИН-номер. ВИН-номер описан в документации на мод, поэтому сразу, если вы покупаете мод пушный, спросите у покупателя, где у тебя ВИН-номер, потому что на мотоциклах они, как правило, в жопных местах находятся. Либо, если мод новый, то спросите либо у дилера, либо в инструкции по эксплуатации, потому что я потратил полчаса на поиск ВИН-номеров, они очень в нестандартных местах. Потому что инспектор будет спрашивать, где ВИН-номер, если вы не сможете найти, это будет про, давайте у меня про падение, итоги эксплуатации, альтернативы, необходимые штуки для поездок. Так, про ТО и расход сразу скажу. Кушает он у меня 5,4 литра, это средний расход. Мгновенный расход где-то в районе 4,2. Я думаю, что если я поеду на дальняк, я до 4,5 смогу скинуть. Значит, это про расход. Про ТО. ТО я делал, замена масла у дилера стоила 25 тысяч с заменой фильтра. Больше я к дилеру не поеду, пошел в жопу, я буду ремонтироваться в каких-нибудь подвальных сервисах, типа там Desma Service, или вот мне там скинули еще контору у них. Потому что, конечно, платить дилеру такие бабки за... Ладно, я-то изначально думал, это там 10-15 тысяч, но 25. Теперь, собственно, про впечатление от мота, падение, езду по бездорожью. Пропало ли ощущение, что он большой? У меня рост 1,70 м, вес 64 килограмма. Нет, не пропало. Я все равно понимаю, что он тяжелый, что он большой, и что он... Это не велосипед вам. И это не какой-нибудь там КТМ Дюк 200 там из мотостади, который можно просто катать там одной левой. Это большой тяжелый мод, но эта тяжесть имеет и свои плюсы при там, условно говоря, движении по трассе. А ощущение, что он для меня большой, не исчезло. Самое, наверное, с ним сложное, это его катать. Особенно вот у меня парковка грунтовая, и куда-то его... На асфальте проблем нет, можно просто, самое безопасное, сесть и толкаться ногами. Где-то можно просто взять за руль и вести. Но вот где-то, когда ты куда-то запарковался, его надо отталкивать назад, это просто боль, и боль серьезная. Какой способ я для себя, то есть это все вопросы, как это, привычки, приноравления. Какой способ я для себя выбрал, и какой у меня, это все равно больно, в кавычках, но катать получается, вот по такой вот дороге, как получается в целом его катать, вот такому дрищу, как я. То есть ты подходишь, подпираешь его, то есть вот такое движение, как бы, да, ты заднюю ногой вот так вот толкаешься, да, толчок вот такой. На самом деле все махинации с мотоциклом, они все делаются за счет вот этого движения, толчок, то есть твой вес, потому что если ты будешь делать это руками, нихера у тебя не выйдет. То есть ты бедром его выталкиваешь вот так, дальше ты просто его вот, вот такое движение, то есть первый толчок у тебя, раз. Что я делаю, чтобы, когда мне страшно, чтобы вот так его катать? Я не убираю вот эту подножку. Да, естественно, когда я ее везу, если там какие-то кочки, она за все зацепляется. Если уж совсем жопно, то, конечно, я подножку уберу. Если прям там совсем такие кочки, что жесть. Но пока такой кейс был только один раз. В большинстве своем все-таки я катаю его с подножкой, на случай, если он начнет падать, чтобы резко его вот так сделать, и он приземлился на подножку и не упал. Как на мотоцикл залезать, тоже есть своя техника. Посмотрите, в основном на буржуйских каналах все это рассказывают. Вы выжимаете тормоз, поворачиваете руль в эту сторону, мотоцикл, это стандартное его свойство, он прокренивает сиденье вниз. Вы тогда забрасываете ногу, а потом, чтобы как бы отпрыгнуть, да, то есть ну, на него, его поднять с подножки, вы наоборот руль выкручиваете в ту сторону и просто толкаетесь от руля. Есть еще способ такой чисто бездорный, как на него запрыгнуть. Вот как я показал, вы бедром его как бы выталкиваете, поворачиваетесь вот так вот к нему, да, вот он стоит, вы вытолкнули бедром, ставите ногу на подножку, газ,
открываете, то есть переключаете передачу, газ, сцепление, но это надо тренировать. И когда он уже едет, вы забрасываете ногу. Вот есть такой способ. Но он сложнее для меня, чем просто сесть, как бы, да, то есть он такой более рисковый, так это назовем. Дальше. Ну, давайте, наверное, про падение. Падал он у меня два раза. Нет, три. Три раза падал, и два раза мы его клали специально, чтобы научиться поднимать. Я не могу сказать, вот как про него говорят, что его прям трындец дорого ронять. Вот эта штука защищает, вот здесь у меня никаких серьезных повреждений нет. То есть дуги решают. Естественно, что ломается? У меня первый раз сломал зеркало. Зеркало я просто взял на Авито за 10 тысяч. И ломаются гарды. Гарды сейчас я скрепил всякими шпунтиками из Леруа Мерлен. И пока оно нормально, оно даже лучше стало. То есть теперь, когда оно падает, оно уже так не ломается, потому что оно все на уголках из Леруа. Вот. Но, разумеется, это некрасиво. Понятно, что я потом закажу нормальные гарды. И основные, ну такие родные от него. Но они стоят недорого, то есть я нашел контору, которая возит дукатевские детали, она так и называется Ducati Parts, из Италии. Единственное, долго едет, около 7 недель. Вот, и ценник им, ну, в районе там 30 евро. То есть сейчас, ну, по курсу, в общем, это все мелочи жизни. Про поднимать. В какой-то момент, когда я решил поехать на бездор, он меня там упал, причем упал просто на эмоциях, там вообще не было повода к тому, чтобы падать. Я просто отвлекся на машину, и, типа, у меня нога чуть-чуть подвернулась, и он, типа, начал съезжать и уехал вниз. Я, естественно, после этого заморочился. А как я тогда поеду куда-нибудь, в какие-нибудь там путешествия, если он у меня, если он падает? Я не смогу его поднять, там не будет людей, и все. Естественно, когда он упал, я начал вот это вот все, вот это вот, как учат в мотострате. Никогда вы его так не поднимете. Этот мотоцикл падает плашмя, колесами вверх. То есть вы садитесь, у вас попа, в лучшем случае, вот там вот оказывается, вот здесь. А да, как бы, то есть вы на него садитесь. Поэтому, как бы, чтобы вам его поднять спиной, вам нужно все равно руками делать сильный рывок. Потому что иначе у вас ноги получаются, как бы, ну, в общем, в неудобном положении. Я смотрел ролики, увидел на Ютубе отличный пример. Давайте я здесь, наверное, его вот вставлю, как поднимать мод. И Борис Качков мне его же показал и объяснил, как это делать технически. Я уже три раза его поднимал, и в целом это легко. То есть, да, после подъема, то есть поднимать его в течение дня там 100-500 раз, конечно, ты умрешь. Но вот поднять его 1-2 раз за поездку, в этом ничего страшного нет. Это реально даже для такого дрища. И решает там техника, и делается это не рывками, не спиной, не руками. Ну, руки там присутствуют в определенные моменты этого подъема. Но еще раз говорю, что это там полностью решает техника. Вот, поэтому пока я не смог его поднять, я хотел записать вам этот ролик и рассказать, что я вот продаю типа этот мод, потому что я не могу его поднять, а зафига он мне нужен, если он, если я не могу на нем никуда поехать. Сейчас я научился его поднимать, и все, вопрос снят, естественно, теперь меня ждут внедорожные приключения. Теперь пара слов про плюсы, минусы, общие впечатления. Помимо того, что к нему просто приятно подходить, помимо того, что он красивый, когда он просто едет по асфальту, это безумно классно. Он, как я не знаю, как какой-то крейсер, он просто несется, и ему ничто не мешает. На этом мотоцикле, ну вот я реально мог бы доехать до Магадана и не устать. Вот именно когда ты уже выехал, вытолкал его и выехал, и стартанул, все, он просто, вот он бескомпромиссный абсолютно. Он идеален для вот именно куда-то валить просто на дальняк по асфальту. Я не могу сказать, что у него лучшая ветрозащита в классе, но этого вполне для меня достаточно. Я не топлю там 150. На 80-90 это вот, я считаю, нормальная скорость для того, чтобы доехать не сильно поздно, да, и при этом не сильно рисковать. На этой скорости ветрозащиты хватает вполне. Что я сюда поставил? Я сюда еще поставил только вот Simsa Top. Я, наверное, про него отдельно сниму. Это держатель для телефона китайский. Про него отдельно снимать ролик сейчас не буду. Сумки дукатевские я не покупал, потому что тогда они стоили 40, сейчас будут стоить 80. Я, скорее всего, куплю сумки на сиденье и повешу сюда. У меня уже есть сумки на примете, которые стоят 6 тысяч. И они как раз хороши тем, что они широкие, но они не достают до глушака. То есть там не надо заморачиваться с этой, со всей термозащитой. Да, когда вот медленно на бездорожье, с ним больно, потому что ноги не достают. У меня ноги достают мысочками. Где какие-то кочки, ты можешь ногой лететь в кочку и привет. Вот. Но я постепенно к нему привыкаю, я постепенно научаюсь. И для того, чтобы съезжать с асфальта, нужно ходить в школу.
где учат съезжать с асфальта. Это целая техника. И если вы думали, что вот вы в мотостадии от училища сейчас пойдете, то нихера у вас не получится. Я вот уже ходил там на пару занятий, и буду ходить еще, и буду этим заниматься. Просто так купить мод без опыта и поехать на грунтовку, хер с два у вас что получится. Но при этом занятия, есть вот я уже говорю, Борис Качков, они учат заниматься именно на тяжелых турэндуро. И там есть упражнения, которые позволяют ездить даже низким людям и не ронять его на, соответственно, бездоре. Даже с учетом, что у вас там ноги не достают и так далее и тому подобное. Отдельный плюс тяжелого мота. Когда я посадил двойку и покатался по району, я вообще разницу не почувствовал, что с двойкой, что без двойкой. Друзья, записав целый для вас большой ролик со своими впечатлениями о своей первой сезонности, я понял, что мне никуда не уйти от того, чтобы не поговорить про сам мотоцикл, про Ducati Multistrada 950S. И я решил все-таки сделать небольшой кусок данного ролика, который будет посвящен данному мотоциклу. И прежде всего я бы хотел начать немного с истории и того, о чем этот мотоцикл, вообще про что он. Это, собственно, мотоцикл итальянской фирмы Ducati, так называемый мотоцикл двойного назначения. То есть мотоцикл, который объединяет в себе туриста и некого вседорожника, что ли, да, или проходимца мультистрада, вседорожник, то есть мотоцикл, которому подвластны, как бы, by design разные дороги, и грунтовые, и асфальтовые, и так далее. То есть, пользуясь языком автомобилей, это некий Porsche Cayenne. То есть автомобиль, который дарит вам удовольствие и на асфальте, и автомобиль, который может что-то и на грунтовке. Причем, если мы... Понятно, что все это маркетинговые ходы, но если мы на самом деле залезем в подноготную последнюю Макана, то там из оффроуд режимов что только туда не пихают, то есть там и какие-то блокировки теперь есть. Безусловно, считать данный мотоцикл каким-то прям оффроуд или там хард-эндуро мотоциклом нельзя. Давайте прям сразу начнем с этого. Это мотоцикл, который просто может ездить по грунтовке. Ну, желательно хорошего качества, где-то среднего качества. Безусловно, лазить на нем по каким-то страшным говнам и так далее, этот мотоцикл под это не заточен, он не про это, его дорого ронять. Давайте сразу от этого как бы открестимся, про это я его не брал. Хотя надо сказать, что в интернете есть уникумы, которые используют данный мотоцикл, ставят на него внедорожную, пользуясь языком джипов, МТ-шку, да, то есть шашку, короче говоря, и лупят на нем по действительно жесткому пиздору. Но это в первую очередь скиллы и уже во вторую мотоцикл. Это не про меня, поэтому про это мы говорить, собственно, не будем. Общие впечатления от мотоцикла у меня остались в целом такие. У мотоцикла, я про это еще запишу, наверное, ролик и более подробно поговорю, у мотоцикла сильно завышенный вес. Буквально недавно мне удалось покататься на новый Африки Твин, который 1100, и я в магазине даже боялся подходить к этому мотоциклу, потому что он мне казался каким-то огромным, тяжеленным, больше литра. То есть это такой чисто вот как раз хард эндурер, адвенчур, типичный мод. Как бы я сразу мимо проходил таких модов, говорил, это не для меня. Но буквально недавно меня силой, так сказать, заставили, сели, затащили на этот мод, и я просто прифигел, насколько он легче даже вот для таких дрищей, как я. То есть, по-хорошему, мне нужно было брать его, когда он еще стоил вменяемых денег. Он, его легче поднимать, даже вот если он завалился, его легче, им легче оперировать в стоячем положении, соответственно, с ним легче на бездорожье, его легче куда-то парковать и так далее, потому что у него центр тяжести занижен. Я уж молчу про всякие мотоциклы, типа там NC750 от той же Honda и так далее, то есть там с этим вообще смешно. То есть первое впечатление, мотоцикл, у мотоцикла крайне сильно завышен центр тяжести. Какие из этого выводы? Первое, с ним крайне тяжело неофиту оперировать на бездорожье. Второе, с ним крайне тяжело оперировать на малых скоростях, при просто маневрировании, там, на холостом ходу, какие-то заезды куда-то, либо когда вы его куда-то паркуете, таскаете волоком. Третье, если он упал, на асфальте еще плюс-минус научиться поднимать его можно, я научился. На грунте поднять этот мотоцикл одному практически невозможно. По посадке, у мотоцикла прямая посадка абсолютно, такая турэндурная для адвенчур-мотов. Я сижу, мне немножко не хватает длины рук,
Руль очень широкий. Мы чуть попозже поездим на нем в пробках, и я покажу, как это. Я также ставлю видео езды по бездору на этом мотоцикле. По бездорожью ездить на нем страшно, дискомфортно и страшно, если вы неофит, если вы маленький, низкий и никогда этого не делали. Говорю сразу, и вы гарантированно, скорее всего, его уроните и не один раз. Маневрирование с таким весом в потоке у меня на удивление, при том, что я до этого говорил, у меня не вызывает, не вызвало и не вызывает из самого начала никаких проблем, потому что как только этот мотоцикл развил маломальски скорость, там больше, условно говоря, 3 км в час, он становится как пушинка. То есть, возможно, здесь вот этот завышенный центр тяжести уже начинает играть на него. Я не знаю, я неофит, я не профессиональный обзорщик, но... Как только он тронулся, маневрирование этим мотоциклом – одно удовольствие. В общем, не знаю, войдет это в полный ролик или нет. Я для вас потратил кучу денег, взял в рент-а-фото рекордер, который там что-то сейчас пишет, не знаю, запишет или нет. Взял GoPro, оказалось, что у меня нету бокового кронштейна, потому что я его потерял с прошлой камерой. Поэтому видео пишется вертикально, но, слава богу, здесь есть 4К, поэтому, скорее всего, я его потом просто обрежу, и будет нормально. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Вот, и сейчас мы с вами просто покатаемся. Слушайте, это жутко неудобно вот так записывать видео. И я расскажу вообще, как этот мотоцикл, в принципе, себя ведет в пробках, на трассе. Выйдем куда-нибудь, найдем какой-нибудь кусочек и постараюсь что-нибудь записать, может быть, получится из парковки. И ставлю кусочек по бездорожью. Сегодня я записывать не буду, у меня уже есть такой кусочек. Я его просто прокомментирую. Вот как раз очень удобно сейчас я встал. Наглядный пример, улица Правды, парковка платная. Я просто въехал на платное место боком. Во-первых, мой номер не видно, во-вторых, ну понятно, что для мотоциклов парковки бесплатные. Вот. Но выезд, конечно, отсюда такой себе. Еще я уже говорил, в принципе, и про это еще не раз буду говорить, что с таким мотоциклом, вот, и с моим весом, и с моими скиллами, оперирование на малых скоростях, когда они достают ноги, это просто какая-то жесть. Это вот на грани того, что ты уронишь. То есть это постоянный стрём. Вот. Но вот по чистой улице, опять же, идет он нормально. Еще раз говорю, что все, что я здесь записываю, это все нужно делить на два, потому что понятно, что очень много играют скиллы и вообще антропометрические данные человека, который ездит, да, то есть какой-нибудь большой дядя с большим опытом наверняка здесь ездил бы проще, но, конечно, еще раз повторюсь, что здесь так у нас главное, повторюсь, что здесь, конечно, играет не столько даже вот эта антропометрика, сколько... Именно скиллы, навыки, это в первую очередь. В общем, поехали. Значит, что хочу сказать. Вот я сейчас тронулся, я постараюсь вообще описать, как будто я имел какой-то опыт на каких-то других мотоциклах. И вот теперь только сел, сел за этот мотоцикл и пытаюсь вам рассказать на основании того опыта, который у меня был. Так делают большинство обзорщиков. Это, конечно же, не так, потому что это мой первый мотоцикл. И камни кидать можно в комментариях, конечно же, зачем в качестве первого мотоцикла покупать вот такой вот. Но, тем не менее, что есть, то есть. В общем, поехали. С просто впечатлений по ходу, опять же, мне сравнивать я могу только с какими-то 200-ми дюками, которые были там в мотошколе, какими-то 310-ми гусями. Я больше ни на чем толком не ездил. Ездил еще на Хонде Африка Твин, ну буквально чуть-чуть, может, километров 10. Особо опыта нет. То есть я в основном, что, конечно же, неправильно, меня большая часть байкеров запинает, буду сравнивать езду на мотоцикле с джипом. Но уж простите, как бы, да, для меня важна логистика, а не сами мотоциклы как таковые, да. Еще раз говорю, я готов к тому, что большая часть байкеров меня за это запинает. Много людей говорит, что слышал такие мнения, что, дескать, этот мотоцикл не тянет с низов, и что, соответственно, очень плохо для бездорожья. Опять же, мне очень сложно это каким-то образом комментировать, учитывая, да, мой опыт, потому что мне просто сложно понять, что значит тянет с низов, не тянет с низов. Но однозначно могу сказать, что на 5000 мотоцикл приобретает абсолютно другой характер. И это, в принципе, очевидно.
даже вот такому неофиту, он реально начинает переть, он прям подхватывает. То есть даже не имея опыта, в принципе, это можно так или иначе почувствовать. Ну, вот сейчас такая мини-пробочка, чувак зачем-то лезет поперек рядов, непонятно зачем. Сейчас, в общем, попробуем здесь. Ага, решил. Нет, ничего он не решил, в общем, все равно лезет. Может быть, там девушка за рулем, непонятно. Ну, то есть, вот видите, в таких кейсах, где меня реально заперли, и, может быть, какой-нибудь ёбрик пролез, я здесь уже, понятное дело, не пролезу с таким рулем. И вот чувак на Porsche явно не хочет меня пропускать. Очень хорошо вот этот момент подхвата чувствуется на бездорожье, где очень важен момент, и ты моментально это чувствуешь по реакции грунта. То есть, как только тебя начинает тянуть, вот эти все паразитные явления на грунте, они моментально пропадают, и это, я буду про это еще рассказывать, это чувствуется реально на второй передаче, начиная с 5000. На асфальте это не так очевидно. Сейчас попробуем залезть в какую-нибудь пробку, может быть, что-нибудь из этого выйдет, потому что что-то я выбрал какое-то направление, которое не особо пробочное. По управляемости. Опять же, вес большой. Поначалу, конечно, когда я на нем сел, мне казалось, что он какой-то неповоротливый. Но в итоге я могу сказать, что немножко потренировавшись, я и восьмерку на нем делал, и какие-то базовые фигуры. И проблем, в принципе, то есть он вписывается в совсем маленькие какие-то габариты, в которые я вписывался на обычных там ёбриках. Вот, поэтому в целом из этого мотоцикла можно выжать все то же самое, что и с маленького мотоцикла, просто при определенных скиллах, при определенных умениях и при, при знании определенной техники того, как это делать. Да, не увидел я, кто там сидит, но ладно. По тормозам. Понятно, это Ducati, понятно, здесь стоят топовые тормоза. Я, надо сказать, кстати, нарушаю технику правильного торможения и большей частью я торможу только задним тормозом, потому что я езжу достаточно по-пенсионерски, и в какие-то экстремальные ситуации я, может быть, за весь сезон попадал один раз всего. Вот, и там, конечно, я тормозил, понятно, сразу двумя тормозами, и там он со 100 км в час просто останавливается, как вкопанный, то есть тут скорее надо беспокоиться за тех, кто сзади вас. Задним тормозом, понятно, он тормозит, это, в принципе, нормально для большинства мотоциклов, это на первом занятии в мотошколе проходит. Задним тормозом, понятно, он тормозит сильно слабее, но и этого достаточно, чтобы оперировать только им в большинстве каких-то пробочных ситуаций в городе. Вот на трассе, вот условно говоря, я сейчас еду. Вот, кстати, небольшие неровности. Что хочу сказать. Опять же, у меня здесь с мотоциклами, с какими-то я сравнить не могу. Могу сравнить с машинами. Если мы берем ВАК какой-нибудь, да, то там абсолютно инертная подвеска, понятно, там это не чувствуется. Если мы берем мой Jeep Wrangler, то это рама, и вот эти вот мелкие неровности, они потом еще некоторое время после того, как вы проехали, отдаются в руле, в сидении, это крайне неприятно. Здесь, на заднем сидении, у меня жена говорит, что неприятно, вот это все переживается, то есть подвеска не помогает, и, может быть, с непривычки, но ей не понравились ощущения. На вот своем сидении, на переднем, я попадал просто в жуткие вообще какие-то места, в жуткие гребенки, кочки, и подвеска все переживала. То есть каких-либо глобальных проблем я абсолютно не видел и не сталкивался с чем-то таким, что подвеска бы не отработала. Маленькие кочки, лежачие полицейские и так далее, все это очень легко переживается, намного комфортнее, чем на том же моем джипе. И то есть как работает подвеска, меня вполне устраивает. Я, в принципе, большая часть обзорщиков это говорила, поэтому и тот же «Одинокий волк», поэтому я лишь продублирую, что для неофита разницы в электронная подвеска, не электронная подвеска, как она там работает, абсолютно никакой нет. Поэтому вы это все равно не почувствуете какого-то сакраментального смысла вкладываться в это. Ну или покупать этот мотоцикл только ради подвески, я точно не вижу. То есть, по крайней мере, я бы совершенно спокойно взял бы следующий мотоцикл без электронно управляемой подвески, да, то есть тот же там какой-нибудь Desert X, и вообще не парился бы. Поэтому, что я ездил на Honda Африке Twin по кочкам, я не чувствовал. Ну, то есть у меня были те же самые ощущения,
кто здесь ходы подвески скорее решают, чем какие-то вот электронные мульки, за которые вы платите хреновую тучу бабла. Пытаюсь сейчас найти какие-то пробки, пока ничего не получается. По трассе, разумеется, данный мотик, ему нет равных. Я, наверное, максимально, сколько я разгонялся на нем, был 180, до 180 км в час. Мотоцикл идет, вот как раз пробочки, отлично. До 100, сейчас полазим. До 180 км в час мотоцикл идет без проблем. Я не знаю, сегодня получится записать это или нет. И каких-то прям... надстандартная ситуация, да. Вторая передача. Ну вот видите, то есть вот такие вот места без проблем. Вот как только начинаются грузовики, все. То ли у меня внутренние какие-то страхи срабатывают, я начинаю, короче говоря, притормаживать. Прям стрёмно, потому что вот эти зеркала большие. Ими можно ли по балде получить, или просто стукнуться своим зеркалом о них. То есть, короче, проблема, основные враги в пробках этого мотоцикла – это кроссоверы, джипы, грузовики, газели. У них как раз зеркала вот напротив зеркал мультистрады. Ну вот видите, в целом вот такие пробки, то есть какие-то не сильно стоячие, я могу без проблем проезжать. Оп, перегазовал. Вот что значит начинашка. Немножко перетянул сцепление. Вот, сейчас здесь будет пробочка похлеще, мы по ней полазим с вами немножко, да. Это будет интересно. Так вот, по трассе никаких проблем в прицелом я не испытывал. То есть 180, учитывая, что я так не езжу, мне самому некомфортно. Учитывая, что я начинающий ездок. 180 по трассе, он разгоняется без проблем и никому не уступает. Безусловно, если вы хотите прям на нем топить, там по треку, еще где-то, соревноваться с какими-то спортами, понятно, что он будет уже сдавать после там 180. Но, опять же, давайте я, наверное, эту тему лучше закрою, потому что, еще раз говорю, я один раз разогнался и на этом закончу. То есть, в целом, он позволяет идти там в крейсере 150-160. Я думаю, эта информация пока будет, в принципе, достаточно для того, чтобы понять какие-то впечатления. Ну, вот как раз сейчас у нас тоннельчик. Я знаю место, где точно есть пробки, попробуем туда залезть. По положению рук. Конкретно на мой рост все-таки немножко напряжно. То есть вот когда пересаживаешься с него на какую-нибудь Хонду, там руль сильно уже, по моим, опять же, ощущениям субъективным. И очень даже непривычно становится ехать с таким рулем, потому что я уже привык. Но я хочу сказать, что все равно этот руль для меня широк. И через какое-то время я с ним устаю. То есть все равно есть эффект, что я к нему тянусь. Потому что, еще раз, у меня рост 170 сантиметров. Достаточно короткие руки, короткие ноги. И для меня руль все-таки далековат. С другой стороны, мне удобно ездить в стойке на этом мотоцикле. Сейчас попробуем залезть прям в какую-нибудь совсем такую жесткую пробку. Но вот пока что-то как-то... А, вон, там собирается народ. И вот мы сейчас в нее как раз и залезем и посмотрим. Особое удовольствие для начинающего лазить в таких пробках, когда она еще под горку идет. Или когда тебе надо съезжать с одной пробки на другую. То есть, видите, некоторые машины тебя, большая часть, уже заранее пропускают. Какие-то есть, конечно, товарищи, которые, ну, вообще просто сидят там в телефонах. Или дамы, которые никогда не пропустят. И, да, за такими просто стоишь, с таким рулем. Понятно, что на этом мотоцикле ты будешь ездить медленнее, чем на спорте или каком-нибудь ёбрике. Это понятно абсолютно. Но, если, предположим, вам нужен мотоцикл для путешествий, и вы хотите на нем же ездить в городе, то есть не хотите себе покупать отдельный мотоцикл для города, то мультистрада вполне вас устроит. То есть в целом при определенной сноровке в пробках в ней ездить можно. Ну, то есть вот как бы я сейчас еду, пожалуйста, пробка практически сплошная, ну, практически стоячая. У меня получается ехать быстрее потока. Другое дело, что я еще стараюсь соблюдать вот это правило плюс 20 км в час, плюс 20%, по-моему, там, да, относительно скорости потока. Ну, будем считать, я воспринимаю это как плюс 20 км в час. То есть, условно говоря, если там поток стоит 0, я больше 20 стараюсь не ехать. То есть вот сейчас поток идет 20, но я, условно, там могу позволить себе ехать 30-35, не больше. Некоторые есть товарищи, которые сидят в телефоне, вот там, видите, слева чувак на BMW, начинает, то есть он не видит, что у него творится слева, то у него в слепой зоне, он начинает зажимать. И вот это, конечно, не очень приятно.
обгоним, товарищи. То по поводу работы подвески именно в движении, на вот банально там асфальте, да, слышал такое мнение, что кто-то там говорил, что, дескать, вот если мотоцикл кивает, то он кивает типа с электронно управляемой подвеской, он кивает сразу на оба колеса. То есть и задняя подвеска у него автоматически поддавливается, и передняя. Я не заметил такого на мультистраде. То есть если вы оттормаживаетесь резко, например, резко передним тормозом, то, может быть, на другом мотоцикле без такой системы он бы еще сильнее клюнул. Но абсолютно четко здесь ощущается, что клюет, условно говоря, передняя подвеска, да, клюет переднее колесо. Если вы трогаете сильно с газами, то, понятно, он приседает на заднее колесо. И вот это, эти клювки, они не раздражают, но они ощущаются. Вот еще, наверное, не знаю, сниму нет, по ощущениям расскажу, что здесь, на мой вкус, неудобно сделан тормоз, то есть мне правую ногу, вот как раз узкое место, видите, зеркала, и приходится тут пролезать. Мне правую ногу приходится очень сильно изгибать под обратным углом, то есть, ну, как бы внутрь, да, мысочек тянуть, потому что в стандартном ее положении она до тормоза не дотягивается. Вот просто если ровно положить на педаль. Зачем так сделали, я не очень понимаю, но ногу все время приходится внутрь выворачивать. Вот это, на мой взгляд, немножко даже аварийно опасно, я бы так это назвал. Да, отдельно скажу, давайте вот еще про что обзорщики говорят знатно. Еще раз повторю, я не обзорщик, я ламер. Просто рассказываю впечатления от первого мотоцикла. По вибрациям расскажу еще впечатления. Смотрите, это, наверное, нормально. Мотоцикл максимально сильно вибрирует на первой и второй передаче. После там 2-3 тысяч оборотов его прям начинает трясти. Начиная с третьей передачи, уже тряска где-то начинается там на 7 тысяч оборотах. Ну и дальше, соответственно, по нарастающей. То есть, понятно, на высоких оборотах максимальное такое с наименьшей вибрацией комфортнее всего ехать там где-нибудь четвертая передача. Ну вот, собственно, я и встал, видите, практически. То есть здесь уже узко. Да, вот здесь я уже не пролезу. Вот типичный пример, где, соответственно, я буду стоять. Сейчас попробуем туда залезть. Может быть, нас пропустят, но вряд ли. Самый комфортный такой момент в плане вибрации — это, грубо говоря, четвертая передача, какие-нибудь там 80 км в час и там 5000 оборотов. Вот его прям идеально не трясет вообще в таком состоянии. По вибрациям также, начиная на больших вибрациях, вот эти вот все газели — это прям неприятный момент, потому что они мешают. Да, вот типичный момент, где я не пролезу уже, если не пропустят. Соответственно, сзади мотоциклист едет, надо пропустить. На вибрации вторая передача. После там 4000, третья передача после 6000, ну и так далее. Очень сильно начинают вибрировать зеркала. Не знаю, покажу, не покажу, но зеркала прям вибрируют. И это прям... Где-то вы, например, разогнались, да, там куда-то пошли на обгон, то есть как-то открылись, это, по-моему, называется, да, и вам надо там резко потом перестроиться. Вот вы разогнались, вы еще не успели переключить передачу, вам надо перестроиться, вы смотрите в зеркала, там не видно, вот типичный кейс, там не видно от слова ни хрена. Кстати, я пробовал на этом мотоцикле трогаться со второй, вторая передача рабочая, то есть вполне можно и начинать со второй движения, причем даже в горку. Громкий товарищ. Я не такой громкий. Да, по звуку. Звук, ну, на мой вкус, раздражающий. То есть мне звук не нравится. И от долгой езды это начинает прям, ну, реально напрягать. Я не знаю, может быть, у всех мотоциклов это нормально, да, такое. Может быть, только у этого. Но мне звук не нравится. По трассе еще скажу про ветрозащиту. Ветрозащита в плане вот дуновения в лицо в целом нормальная. То есть, на, условно говоря, с поднятым вот так вот вверх вот этой вот штукой я могу в целом ехать и 80 без... Ну вот мы, собственно, встали. Еще и в горку.
я могу ехать с неопущенным визором. И в целом каких-то прям глобальных проблем я от этого... То есть можно даже нормально дышать. Вот больше, конечно же, неудобно. Но в бока, в руки там задувает. И это, конечно же, неприятно. Вот я рад, что мы сюда вписались. То есть я вам показал, в каких кейсах в целом я стою. Еще раз говорю, метр руль, у меня первый сезон. Мотоцикл тяжелый, неудобный. Я до земли практически не достаю. Вот, то есть я, можно сказать, рисковый чувак. Вот сейчас я выставил ноги, они не достают до земли вообще. Я вот вишу, можно сказать. К сожалению, показать вам не могу это. Вот окошко, 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 ура. Едем. Вот опять газель. Еще одна газель с зеркалами. Вот, может быть, чувак нас сейчас... Вот, то есть раз, и все, я здесь упираюсь. То есть у меня... Вот еще и мокрая дорога. Вообще опасно. То есть у газели еще фишка в том, что я часто просто упираюсь в кузов. И это прям... И это прям неудобно. То есть, если кто-то не пропустит, я вот из-за газели, вот как мужчина сейчас на Шкоде, соответственно, из-за газели ты просто стоишь постоянно. Специально погромче говорю, чтобы водители газели слышали, что я о них думаю, и другие мотоциклисты. Хотя, на самом деле, мы это по хорошим правилам нарушаем. То есть, мы, конечно, так ездить не должны. То есть, реально сыкотно ехать, мокрая дорога и... Мокрая разметка. По-хорошему надо, на самом деле, сейчас эти эксперименты заканчивать и отсюда сматываться, потому что вот сейчас как раз самый-самый скользкий момент, то есть сейчас можно улететь как раз, мама, не горюй. Потому что давно не было дождя, только прошел, ну, условно, там дождик или, да, только полили, то есть это вот сейчас самое скользкое, что ни на есть, зараза. Такая смесь, которая просто трындец опасна для того, чтобы по ней ездить. То есть вот сейчас прям максимально аккуратно надо кататься. Про посадку, наверное, скажу. Но я уже сказал, что руки у меня, я так вот и не смог за сезон прям привыкнуть. То есть мне все равно немножко неудобно. Руками я все равно тянусь далеко. Но в целом вроде бы привык ездить могу, но говорю, что долго я... Не проеду. Опять же, долго как? То есть, тут почему я брал именно мотоцикл с круиз-контролем? Потому что на дальняк, конечно, опять же, и почему я не люблю ездить в паре? То есть, на дальняк я там 80 выехал, включился круиз, и я спокойно еду и отдыхаю. Вот. И я могу, в принципе, одну руку там, условно говоря, освободить, просто ее повесить, да, и держать мотоцикл одной рукой я могу. Вторую руку тоже освободить и держать мотоцикл одной рукой. Конечно, по пробкам, ну, вот там... Час езды и все. И ты как бы, особенно вот в жару, он греется. Вот сейчас, если посмотреть, 104 градуса. Вот, соответственно, это все очень и очень такое себе развлечение. Назвать этот мотоцикл, знаете, таким долбежным для пробок я бы не назвал. То есть, когда надо вот где-то коротенечко проехать, это да, это быстро. Но постоянно просто лазить на нем в каком-то вот таком пробочном аду, ну, безусловно, это очень быстро устанешь, и удовольствия никакого. Еду и вот думаю, что интересно из того, что я записал, я потом удалю, потому что понятно, что надо что-то говорить, пока едешь. Я вообще там не знаю, пишется, не пишется. По управлению. Но здесь понятно, да, что для многих, наверное, кто вот ездил на классических мотоциклах или там на том же Дюке, это будет взрыв мозга, потому что я помню, когда первый раз сел за старый Гусь, тоже у меня мозги поехали, потому что у вас панель стоит на месте, то есть вот эта вся основная панель, а вилка внутри нее проворачивается. И если вы привыкли ездить на других мотоциклах, это будет определенный взрыв мозга, потому что мозг к этому не привык, то что у вас панель стоит, а колесо внутри двигается. Вот. Но вот сейчас прям пробки прям все жестче и жестче. Пытаемся обгонять газелей. Но такие вот большие машины в тесном, конечно, каком-то между ними протискиваться, как можешь себе позволить какой-то спорт. То есть вот сейчас, например, слева или справа, ну, понятно, что кто-то, может быть, и пролез бы на скутере, я уже не рискну. По сиденью. Хотел еще сказать, что у меня стоит заниженное сиденье. Меня сразу предупредили, что оно будет жестким. Наверное, под него можно подложить какую-то вот эту с AliExpress подушечку.
Но понятно, что это тоже будет как бы такое, потому что оно снова станет выше. А еще и седло для этого надо снимать. Вот, поэтому нужно это только на дальняк. Вот поэтому для города такое сиденье норм, для дальняка, то есть вот час езды и все, и жопа просто железная становится, то есть ездить очень и очень неприятно. Да, вот смотрите, как мотоцикл едет, вот я сейчас просто ничего не жму, на холостых, он дергается, да, то есть мотоцикл дергает, любое легкое открытие как бы газа. Вот я сейчас первый стартанул. То есть первое оно топит прям, ну, нормально, понятно, практически литр. Короче, да, на первой передаче, разумеется, он прям дергается, и вот ездить, учиться, либо когда вам где-то по бездорожью нужно, это все только с тщательной проработкой сцеплением. Моментальное какое-то открытие газа на первой передаче, он сразу дергает. Такой у него характер, с одной стороны, подрывной, но с другой стороны, при этом вот в том, что он дергает. То есть он дергает, а потом у него получается как просадка. То есть его надо раскрутить, чтобы он прям потянул дальше. Вот так вот я бы это назвал, наверное. Вот это тоже такое достаточно пробочное место. Попробуем здесь пролезть. Посмотрим, что из этого выйдет. Но в целом я достаточно быстро приноровился летать вот так между машинами. Мне это... Я не устаю, это не является для меня каким-то дискомфортом. На самом деле, ну, за исключением, если прям я куда-то встрял в такой какой-то жепиток, где вообще не объедет. Но вот если целый день мотаться, вот мне надо было бы там по работе или еще как-то по этим пробкам. Конечно, я бы, ну, наверное, устал бы, охренел бы достаточно быстро. Сейчас вот попробуем тормознуться. Вот я только задним торможу, сработала БС-ка. Ну да, то есть тормоза, и если только чисто задними, то тормоза, конечно, не назовешь суперинформативными. Вот сейчас, если где-то будет момент, попробую еще передний подключить. Там вообще другая, конечно, тема, но это, еще раз говорю, это нормально и так и должно быть. По сиденью, ну, посадка сохраняется, такая же прямая. Я также напомню, что на дальняк можно просто жопу сместить назад и сидеть на более плотном, более мягком, более широком заднем сиденье, там на круизе, и вообще не парит. Вот сейчас задним торможу только задним. Ну, то есть он как бы кивает вперед, понятно. А вот сейчас попробуем задний-передний. Опа! То есть моментально, но кивок, конечно, конкретный. Вот, то есть я думаю, что если бы я сейчас зажал прям по-жесткому, то прям такое экстремальное торможение, я думаю, он оттормозился бы вообще там за считанные метры. Но вот здесь, конечно, прям совсем тесно, вон там чувак на каком-то там спорте или на чем-то таком обычном, вот он вообще там встал нахер. Хотя не, вон газели вроде обошел, но мне здесь не светит. Понятно. Вот кто-то пропускает, конечно. Хорошо. Спасибо. Так, вот здесь на самом деле... Вот сейчас как раз зеркала вибрируют, ни хера не видно. Вот типичный пример. Вторая передача. 3500 оборотов. Вот они пошли. Вот здесь лучше ехать вот тут с этой стороны. Как показывает практика. Вот сейчас только задним тормозил. То есть, да, его немножко, чуть-чуть, как получается, такая у него осадка вперед, в заднее колесо тебя сжимает, и чуть-чуть он вперед в момент клона. Это нормально, потому что, когда ты тормозишь, у тебя загружается переднее колесо. Да, вот еще что хотел сказать. По косяку на этом мотоцикле, такому, я надеюсь, там еще пишут, важному, здесь периодически с первой не включается вторая. То есть ты ее включаешь, а у тебя нейтралка, и нужно еще дощелкнуть, ногой дожать. Реже, но также такое же бывает с первой. Вот это, конечно, косяк, на который многие жаловались и говорят, что его устранили в версии V2. Также есть косяк, 5,5 уже расход. Также есть косяк следующего содержания. Иногда бывает, например, когда ты остановился где-то на светофоре, и у тебя осталась вторая передача. И либо бывает вообще нереально, то есть у тебя блокируется скинуть на нейтралку. Либо ты как кое-как скинул, включая, пытаешься включить первую, она не включается. То есть я там просто черточка и все. Мне, в принципе, я вам потом расскажу душещипательную историю про этот мотоцикл, который с ним приключился в его первом путешествии. И мне там мужик сказал, один выдающийся в мотомире мужик, что для мотоциклов это на самом деле нормально.
Так и должно быть, его нужно немножко сдвинуть вперед чуть-чуть, чтобы она включилась, либо чуть-чуть газку поддать, либо просто со второй трогать. Да, вот еще для таких кейсов тоже приятная штука. Здесь есть, как на машине, автохолд. То есть если ты только начал ездить, вот в этом плане мотоцикл для начинающих идеален. Если ты только начал ездить и пока на механике не умеешь трогаться в горку, или тебе страшно, или ты едешь с пассажиром и тебе страшно, здесь есть автохолд. Вот вторая, слышно, да, как сейчас шумит? То есть, соответственно, ты просто его пережимаешь, передний тормоз, загорается такой буковка H, он встает в режим автохолда. Вот, до соточки разгон. Короче говоря, он встает в режим автохолда и держит его. Потом он его отпускает, либо когда ты мотоцикл начинаешь качать сильно, то есть там вот этот бошевский датчик с гиро элементами срабатывает, либо когда ты газ просто поддаешь, и он тогда, соответственно, его отпускает. Очень удобная для начинающих штука. Это вопрос о том, для начинающих мотоциклов нет. Но я на самом деле понял, что все это, конечно, ерунда, и нужно учиться нормально ездить. То есть когда ты в горку останавливаешься на левую ногу и держишь мотоцикл тормозом, потому что, ну, не дай бог, просто что-то сломается, или будет у тебя другой мотоцикл, ну и как бы и привет. Вот сейчас видите, я отпускаю переднюю, он прям кивает вперед. Отпускаю первую, он прям вперед так кивал. Вот N-ка включилась, видели? Вот неприятный момент. То есть пришлось его еще дощелкивать. Хотя я достаточно сильно нажал, надо сказать. Но еще из плюсов здесь что хочу отметить. Бак. Здесь 20 литров. Странно, правда, отрабатывает пистолет, то есть он отщелкивает, когда бак заливаешь процентов на 70. Поэтому я все время раньше просил долить заправщиков, теперь доливаю сам. Все время доливая прям до верха, так сказать, в слаботекущем режиме. При расходе 5,5, но я думаю, там математика несложная, можно примерно прикинуть, насколько хватает. Учитывая, что мне на работу ехать там 40 километров, бак хватает на, показывает 360, по факту на самом деле хватает его на дольше, там где-то на 400-420, я думаю. Получается, мне на 10 поездок, условно говоря, хватает. За работы и дома можно сравнить с общественным транспортом. А теперь немножко пройдемся по технике. Здесь стоит двигатель Testa Stretta. Точно такой же двигатель стоит в Монстре. Это четырехтактный, двухцилиндровый L-Twin, так называемый. На самом деле, несмотря на то, что мотоцикл называется 950, рабочий объем у него 937 кубических сантиметров. Максимальный момент данный двигатель развивает где-то примерно с 5000, он начинает тащить. То есть этот мотор, это мотор, который надо все время крутить. По официальной, значит, спецификации, момент, с которого начинается, то есть оборот, с которого начинается максимально крутящий момент, это 7700 оборотов в минуту. Но по факту мотоцикл начинает тащить где-то с 5000, поэтому это мод, который нужно все время крутить. То есть на низких оборотах он, скажем так, ну, хуже работает, чем некоторые его конкуренты. И это еще один минус в сторону того, что этот мотоцикл немножко специфичен в плане своего использования на бездорожье, где часто, я не говорю, что всегда, но часто бывают кейсы, где нужно, наоборот, проехать, как мы джиперы называем, на скиллах, то есть не на скорости, а именно в натяг. Ну, понятно, значит, система здесь инжектором, АИ-95, коробка передач, понятное дело, механическая, цепь здесь, по-моему, 530-я, высота по седлу у него, by design, по-моему, 835. Но потому что в спецификации официально указано 820-860. По-моему, базовое седло 835, но я заказывал седло заниженное, оно, соответственно, 820. Есть мотоциклы более низкие по седлу, например, Royal Enfield Himalayan. Вес в снаряженном состоянии 230 кг, но, понятно, это без груза, то есть это мотоцикл плюс ГСМ. Такое себе, учитывая, что у него еще и верхний центр тяжести. Также скажу, что по подвескам ходы достаточно средние. То есть это такой типичный кроссовер. 170 мм, передняя-задняя подвеска. Понятно, здесь из электронных помощников есть все, что нужно. Круиз-контроль. Из плюшек этого мотоцикла, именно модели S, это электронная полуактивная подвеска.
то есть вы можете управлять через меню, соответственно, преднатягом переднего заднего амортизатора. Бак здесь 20 литров, поэтому примерно у меня сейчас расход 5,5, у меня получался пускать расход где-то на 5,2, ну, соответственно, по-хорошему, я думаю, что на 400 километров, может быть, 380 растянуть данный мотоцикл хватит, поэтому в некотором смысле это мотоцикл для путешествий, я не побоюсь этого смысла скажу. По подвеске, значит, спереди перевернутая телескопическая вилка, сзади, соответственно, маятник с моноамортизатором. По тормозам отдельно сейчас пройду, мы их покажем. Сзади, соответственно, значит, диаметр 320 мм, от души стоит, естественно, машинки Brembo, дисковые гидравлички с двумя поршнями суппорт. Спереди, соответственно, дисковый гидравлический с радиальным четырехпоршневым суппортом. По шинам, соответственно, спереди стоит 120-70 R19, сзади 170-60 R17. Не сказать, что такое прям внедорожное решение. Езда по бездорожью. Я опущу здесь ролик о том, как я, собственно, катался на бездорожье. В целом, плюс недавно у меня была очень эпичная подвеска. И я про нее сниму отдельный большой ролик или целую серию роликов, после которого я сделаю еще одни выводы об этом мотоцикле уже окончательные для себя. И надо сказать, что для начинающего неофита и для того, с какой жестью я встретился и по какой жести я ездил в этой поездке, и чем она закончилась для других участников этой поездки, так вот, мультистрада все это пережила просто на ура. И на самом деле, хотя все говорят, что это мотоцикл не для бездорожья, этот мотоцикл для асфальта, хрен им какой-нибудь заворотник, я могу сказать этим ребятам, мотоцикл с точки зрения надежности и своих возможностей пережил все, что со мной там ездило. И я думаю, пережил бы и другие марки. В этом плане нареканий к нему нет, то есть он прям реально молодец. Я от него такого не ожидал. Не рассыпалось, условно говоря, ничего. Но у меня, разумеется, скиллы не дотягивали и не дотягивают до возможности этого мотоцикла. В целом, еще раз в краткое резюме. Грунтовки с кочками, небольшая грязь, какие-то гофрированные грунтовки. В общем, все вот это на протяжении хоть 1000, хоть 2000 километров мотоцикл без проблем тянет, если он нормально обслужен, и никаких проблем с ним нет. Если вы не ездите в какую-то жесть, которая предназначена исключительно для хард-эндуро, где им просто даже физически оперировать будет неудобно, тяжело, невозможно даже опытному большому сильному райдеру с хорошими скиллами. Во всем остальном, вот для моих задач он более чем. То есть я как раз сейчас показываю ролик, вот для таких дорог этого мотоцикла вполне достаточно. На нем можно куда-то съездить, где такая вот грунтовочка с палаточкой. Мы ездили, он прекрасно нагружается, везет вес, великолепно себя держит, и я даже никак менял подвеску. Я пробовал менять подвеску режима эндуро, тур-эндуро, никакой разницы в работе я не ощутил вообще, и никакой разницы на руках и в поведении мотоцикла. Поэтому, в принципе, что туризм, что эндуро, мотоцикл совершенно стандартно себя ведет. Возможно, просто у меня нету какого-то специфического опыта, который позволил бы мне понять разницу. По внешнему виду, давайте я здесь еще раз покажу. Я не знаю, что здесь говорить, на мой взгляд, у меня лично претензий к этому мотоциклу по внешнему виду нет, он идеален. И я могу сказать, что для меня лично это самый красивый вообще мод из всего того, что я когда-либо видел или, может быть, еще увижу. Это просто безумный красоты мотоцикл, и это главное, за что я его, собственно, и взял, это его внешний вид. По особенностям есть микродин спереди, но у меня нет переходника, есть микродин сзади, и там есть зарядник USB, то есть можно туда положить телефон, сейчас я все это сниму, покажу. Вот так вот оно снимается. Здесь набор инструментов от Ducati. Ну, набор такой достаточно скудный. Там основной это ключ для настройки зеркал. Какой-то еще один ключик. И, по сути, все. Из интересного здесь, собственно говоря, вот такая штучка, в которой находится USB. By design завода хоть как-то у вас есть возможность заряжать ваши приборы. И также дублирующий такой же микродин, как и на руле. По органам управления справа находится кнопка разблокировки. Вы нажимаете эту кнопку, когда собираетесь мотоцикл оставить, она блокирует руль. И без ключа, который, к слову,
который выглядит примерно вот так вот, вы фиг чего откроете. Смещение вот этой кнопки и зажатие вот этой кнопки приводит к тому, что мотоцикл заводится. Мы сейчас заводить его не будем, поэтому покажу, что происходит при нажатии, собственно говоря, вот этой кнопки. Итак, у меня сейчас мотоцикл в режиме эндуро. Как я уже говорил, особой какой-то разницы от переключения из режима туринг в режим эндуро я не увидел. Здесь у вас находится слева шкала тахометра. Показатель выставлен у вас подножка, кстати, довольно удобный, яркий, сразу увидишь. Индикатор передачи, который у вас находится. Какие у вас сейчас включены режимы, то есть квикшифтер. Я им никогда, кстати, не пользовался, поэтому не знаю, зачем он нужен. Поэтому про него сказать ничего не могу. Режим трекшн-контрола, уровней вообще 8 штук. И режим ABS, там 3 уровня ABS сейчас включен, самый маленький. Также он у вас показывает, что сейчас включен ABS Enduro. Количество оставшего топлива. Датчик, если честно, слегка привирает, на мой взгляд, то есть на него ориентироваться нужно настолько, поскольку привирает скорее в меньшую сторону, то есть он показывает, что там топливо, ну, условно говоря, горит лампочка, и топлива почти не осталось, а по факту вы можете на этом прокататься еще очень и очень много. Количество километров, которые вы можете проехать на баке, напомню, бак 20 литров, здесь также есть, ну, стандартные, значит, показатели бортового компьютера, там сколько вы проехали, поездка А, поездка Б, все такое, текущая температура воздуха, расход текущий, средняя скорость, вот я про что говорил, поездка А, поездка Б, общий расход, ну и мы возвращаемся назад в меню. Вы можете зайти в каждый, собственно говоря, режим и посмотреть. Вот, например, эндуро, какой у нас сейчас включен уровень двигателя. То есть понятно, что сейчас он показывает средний. Traction Control, вот здесь видно, что у нас... видно, да, 8 уровней этого трекшн-контрола. Ну, менюшка достаточно прикольная, надо сказать. ABS, опять же, да, видно, что здесь 3 уровня ABS. Кстати, показывает, как, что там оно конкретно, за что отвечает. Квикшифтер и, собственно говоря, подвеска. Вот, например, передняя сейчас в режиме медиум. Можно сделать жестче. Я игрался, честно говоря, особо разницы никакой не понял. Задняя подвеска. Также здесь есть круиз-контроль. Очень полезная штука, это одна, на самом деле, будет смеяться, но это одна из причин, ради которых я, собственно, взял этот мотоцикл. Есть возможность сразу выставить преднатяжение подвески, амортизаторов, собственно, поворотники автовыключаемые, противотуманки, но в моей комплектации их нету, аварийка здесь есть, о чудо, и вот там снизу есть... Вот такой гудок, достаточно громкий. Для кого этот мотоцикл? Да, на мой взгляд, во-первых, это мотоцикл не для начинающего райдера однозначно, и то, что я его купил в качестве начинающего мотоцикла, это большая ошибка. Это мотоцикл в первую очередь для людей, которые... У которых, конечно же, во-первых, для него есть день. Во-вторых, это мотоцикл для людей, которые любят кататься в соседние города по асфальту с небольшим количеством грунтовок. Питер, какая-нибудь Карелия, по лайту. В Карелии очень много всяких разных грунтовок, без жести, по которым этот мотоцикл будет идеален. Куда-нибудь кататься в Сочи, Крым, на Кавказ. Вот такой чисто, то есть 80% асфальта, может быть какой-нибудь Казахстан, там 20% каких-то грунтовок. Это в первую очередь, конечно же, мотоцикл для тех, кто путешествует и любит путешествовать. Он, собственно, для этого предназначен. Подойдет ли этот мотоцикл как единственный в городе? Если у вас нет денег, покупайте себе несколько разных мотоциклов. И при этом, если вы там 2-3 раза в год куда-то ездите на какой-то дальняк, да. Даже мой опыт неофита показывает, что я справляюсь с ним, и мне в целом нет каких-то проблем даже в жестких пробках. Да, где-то приходится постоять, но в целом тебя большей частью везде пропускают, и каких-то прям супер жестких проблем я с ним не встретил. Поэтому опытного райдера проблем также с ним, я думаю, не возникнет. Но, повторюсь, этот мотоцикл все-таки для опытного пилота. Для начинающего, если бы у меня была возможность вернуться в прошлое, я бы брал какой-нибудь скрэмблер. И, может быть, даже какой-то скрэмблер, который прям не жалко убивать. Потому что, если вы собрались хоть как-то съезжать с асфальта, вы гарантированно будете ронять его 1 250 000 раз. Поэтому я бы брал бы какой-нибудь Минск. Есть в интернете видео, где, в принципе, рассказываются, как его обслужить, чтобы он более-менее нормально прокатал, там 30-40 тысяч. И вот его бы я насиловал в хвост и гриву и не парился бы на эту тему вообще. Наверное, нехорошо обрывать это видео просто на каком-то голом моменте. Стоит попрощаться и сказать какие-то последние слова. Я также даю себе отчет, что у меня за все время катания на этом мотоцикле очень сильно менялись впечатления от каких-то остро положительных до остро отрицательных. Мало того,
Я абсолютно даю себе отчет о том, что я неофит, я говорил это на всем протяжении ролика, и, безусловно, судить о каких-то серьезных мотоциклах, наверное, пока мне рано. Это все равно, что, я не знаю, не умею играть на гитаре, купить себе какой-нибудь там Рамирес или даже банальную Барселону и говорить о том, что это говно, хотя, возможно, мне пока стоит просто какие-то базы освоить на банальной ленинградке. Я отдаю себе, да, отчет, что, возможно, я что-то не понял, не вкурил, не осознал, но я вам могу честно сказать, что на всем протяжении этого года, точнее говоря, этого сезона, я постоянно слышал фразу про то, что возьми занятия, поучись, ты просто не догоняешь, рост ни при чем, вес ни при чем, силы ни при чем. Я ходил, я очень много занимался, я тренировался, я пробовал, и у меня даже что-то получалось, но все равно я к концу сезона так и не смог избавиться от ощущение дискомфорта, постоянного дискомфорта при езде на этом мотоцикле. И, наверное, последний мой визит в автодом Дукати, где официальный представитель сказал мне про то, что, поймите, молодой человек, это мотоцикл для езды на дальняк по асфальту. Скорее всего, все-таки наиболее лучшее описание для данного мотоцикла. Наверное, финальной точкой отсчета стало для меня, когда в один из прекрасных солнечных осенних дней мне захотелось поехать в лес. Я не стал брать мотоцикл, я взял свой джип и поехал на нем. И вот это ощущение какого-то транспортного средства, которое может просто переть через, казалось бы, густой лес, какое-то поле, буераки, в общем, просто переть по прямой, пофиг, есть там дорога, нет там дороги. Без разбора. Вот это ощущение танка, ощущение какого-то дикого комфорта, оно сыграло настолько мощную роль, что в итоге, держа на обоих чашах весов два вот этих ощущения, я понимаю, что мне хочется побыстрее закрыть этот сезон, и никакого желания возвращаться и садиться за штурвал этого мотоцикла у меня нету. На самом деле, я рассказываю сейчас вам эти вещи, но для того, чтобы понять всю боль от этого мотоцикла, вам нужно прослушать еще два ролика, которые на самом деле очень важны. Один ролик я уже выложил в одной из соцсетей, многие его читали. Этот не ролик, это текстовой формат, набор статей. Можно сказать, что он весьма нашумел в узком кругу потребителей. И именно после вот этого набора статей, когда я сниму его в видеоформате и расскажу, чем закончилась одна из моих, казалось бы, совсем недалеких поездок по бездорожью в поход на этом мотоцикле, что я там пережил, что пережила мультистрада и какие выводы я сделал. Вот если это добавить к этому ролику, то, наверное, тогда станет понятно, почему по итогу я говорю этому мотоциклу «нет», конкретно для себя. Ну а в качестве эпилога я очень долго искал этот ролик. Но, в общем, я считаю, что коротенький ролик вот этой индийской девушки является лучшим эпилогом к тому, что представляет из себя этот мотоцикл. Короче, наверное, и не скажешь. Okay, so this is the Multistrada 950S, and I struggle with it. Liter fuel tank, top heavy. Chal bhai, and U-turns, mashallah.